Ярошенко – автор целого ряда портретов представителей разночинной интеллигенции. В своих картинах художник создал собирательный образ молодого поколения 1870-1880-х годов. Студентка и курсистка является наиболее известными работами мастера. «Лучших изображений интеллигентной молодежи того времени мы не имеем», писал публицист и художественный критик Неведомский. Прототипом студента стал Филипп Чиркоп, учившийся в 1880-е годы в Академии художеств. Ярошенко сохранил в изображении характерность, которая возникает только при непосредственном общении с моделью. Критик Владимир Стасов не случайно считал, что портреты Ярошенко – это превосходные этюды с натуры. Вместе с тем художник придал образу почти сценическую выразительность. Ярким светом выделено бледное лицо молодого человека, обрамленное длинными волосами и неухоженной бородкой. Костюм героя также не отличается светским лоском. Поверх потертого пальто накинут сложенный вдвое плед. Почти на брови надвинута мягкая шляпа с большими полями. Прическа и костюм сразу давали понять зрителям – перед ними вечный студент. В 1861 по 1885 год форма высших учебных заведений была отменена. Сложенный вдвое плед, защищавший от зимних холодов, стал непременным атрибутом небогатых студентов. Шляпа, именуемая Калабреза, напоминает об уроженцах Калабрии, добровольцах армии итальянского патриота Джузеппе Гарибальди. Революционные шляпы вошли в моду во второй половине XIX века, подчеркивая демократический образ мыслей своих владельцев. Портрет отражает реалии суровой, подчас полуголодной жизни людей, жертвовавших многим ради образования. В то же время он напоминал современникам художника о принципах университетского братства и даже выступал символом радикальных настроений. Бедность и одновременно экстравагантность облика студента красноречиво говорят о его презрении буржуазной респектабельности. Угловатая поза и жест, взгляд из-под лобья, далеки от щегольских манер. Все это лишь усиливает романтическое обаяние героя портрета, готового решительно и открыто отстаивать свои убеждения. Член правления Товарищества передвижных художественных выставок, неустанно боровшийся за целостность товарищества, Ярошенко во многом походил на персонажей своих полотен. Он отличался твердостью и прямотой характера, преданностью демократическим идеям движения. Вспоминая Ярошенко, художник Михаил Нестеров называл его «совестью передвижников».